Так, вот мне везешь, блин. Тоже не знаю, детка. Всем нравится. Yeah.
выйдет. Через 500 метров поверните направо, во двор. Во двор. Ты меня по дворам таскаешь, подруга. Ладно, заправимся в Ярке. Там. Вы приехали в промежуточную точку. Пойду-ка я попробую заправиться.
нифига нету тут ни Газпромнефти, ни Роснефти. Ну ярко, но вроде бы, я не думаю, что тут будут они мухлевать, не тот народ. На трассе, да. И что? Куда я поеду? Прямо 312 километров. Подолго, дай-ка я остановлюсь и посмотрю, что ты мне предлагаешь. Так, ладно, идет в Данилов, там посмотрим. Нифига тут нету. Роснефти. Даже не слышали о такой. Газпромнефть. Не слышали о такой. Вот есть одна заправка Ярки. Все. У меня запас хода на 800 километров теперь. На 298. Взял конфеты, хлеб и кусок колбасы. Не думаю, что в таких городах будут продавать дерьмо. Вообще доверия никому нет. Дешевый бензин 49.
том, чтобы вытащили шланг, заправочный пистолет не забыли вынуть. Я забыл чего-то. Дома заколоченные, окна, двери. Кто-то, видать, окно начинает восстанавливать с левой стороны. Молодцы. Средняя скорость показывает 61 км в час. Так, через 17 км падает. Я думал, заправка.
119, двигаемся в сторону Вологды.
Расходившиеся. Разрушающиеся.
отлично.
мегафон показывает, что нет сети. Какие-то даже не заикаются. Освещение, экспозицию.